Переобучать местные кадры выгоднее, чем привлекать из других регионов. Об этом заявил гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков. Реализация совместной программы с Госкомитетом Республики по занятости населения по переобучению кадров действует на территории республики в пилотном режиме. Кто может переквалифицироваться и что для этого необходимо, расскажет Юлия Великодная. Одна из причин реализации программы по переобучению – высокая безработица в сельской местности в сравнении с Южной и Западной Якутией, где осуществляют свою деятельность крупные промышленные компании, а также факт утраченной востребованности некоторых профессий и, как следствие, сокращения персонала. На сегодняшний день вот в угледобывающей, золотодобывающей компании в связи с ростом производства нуждаются в кадрах, в рабочих кадрах, таких как водители белазов, бульдозеристы и так далее. И на сегодняшний день, конечно, вот дефицит особенно квалифицированных и со стажем работы, таких специалистов на самом деле на сегодняшний день не хватает. Поэтому идет вопрос, ну, можно сказать, экспресс и массового обучения взрослого населения этим профессиям. Алексей учится в автошколе уже 2 месяца. Впереди еще столько же практических занятий. Несколько лет он отработал столяром-плотником в Покровске, и теперь появились причины сменить сферу деятельности. Сейчас для него не принципиально трудоустроиться в родном городе. Готов работать вахтовым методом. Ну, как-то к машинам больше меня тянет, чем вот по дереву там заниматься. Ну и финансовое тоже, как говорится. Ну, я так как от биржи, мне сказали, предоставят и работу помогут найти, ну, во всем поможет, как говорится, государство, да. Для того, чтобы получить новую профессию, необходимо встать на учет в бирже труда, тем самым подтвердив статус безработного. После прохождения курсов по собственному выбору Центр занятости населения обязуется трудоустроить переквалифицированного и теперь востребованного на рынке труда специалиста. Переобучать местные кадры в десятки раз выгоднее, чем привлекать из других регионов. Рассчитываем, что программа, которую реализует агентство совместно с Госкомитетом по занятости населения Якутии, докажет свою эффективность на практике, а позитивный опыт мы сможем масштабировать в других субъектах. Трудоустройство местного населения на промышленные предприятия на Дальнем Востоке по-прежнему в приоритете. Но все же в случае отсутствия на местах необходимых кадров будет привлечен персонал из других регионов России. Юлия Великодная, Владимир Павлов, Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК Саха, Якутск.